Всем привет! Сегодня приготовим вкусный салат из опят. Опята маринованные, огурцы малосольные. Салат получился очень вкусный. Для этого возьмем лук и нарежем его полукольцами. Лук мы замаринуем, значит, в тарелку положим лук, сверху нальем воды примерно 2 стакана полных, добавим ложку чайную соли и добавим примерно 3 столовых ложки уксуса. Уксус у нас столовый, 9%. Вот. К этому мы сейчас подготовим малосольные огурцы. Для этого их мелко нарежем. Можно малосолить крупно, то есть целыми. Но я для ускорения процесса их нарежу сразу, для того, чтобы положить в салат мелко. Это никак не повлияет на процесс. То есть огурцы мы режем мелко, вот такими вот простыми движениями. Так, огурцы мы порезали. Теперь добавим столовую ложку соли. Все тщательно перемешаем. Добавим также укроп. Вот. Первоначально укроп, по-моему, мелко порежем. Наш укроп отправляем к огурцам. Оставим их минут на 30-40. Этого будет достаточно. Огурцы дадут сок, будут похожи на малосольные, придадут нашему салату определенный вкус. Также туда добавим чеснока, выдавим примерно 2 головки, 2 зубчика чеснока. Вот, все это уберем. Сейчас я еще раз перемешаю, чтобы была однородная масса. И потом уберем наши огурцы, чтобы они настаивались. Берем наши маринованные опята. Вот. И, конечно же, отвариваем картофель. Картофель мы отвариваем на готовности примерно 4 средних картофеля. Итак, в чашку накладываем наши опята, затем берем наши огурцы. Огурцы уже замалосолились, напустили сок. Все перемешаем, добавим наш маринованный лук. Перед этим, конечно, мы отжали и убрали воду. Все это перемешиваем. Сейчас нам нужно будет еще добавить картофель. Картофель мы отварили, также мелко его нарежем.
противопрофиль предварительно мы остудили до оптимальной температуры, чтобы можно было убрать руками. И отправляем его в наш салат. Так, значит, вот у нас картофель мы добавили. Теперь все перемешиваем. Салат у нас уже почти готов. Так, возьмем подсолнечное масло. Я беру с запахом. Так, мне кажется, вкуснее. Вот. А потом подсолнухов. И перемешиваем. Также добавляем перец черный молотый. Ну тут добавляем по вкусу. Соль не добавляем, так как там достаточно продуктов соленых. Все это перемешиваем и оставляем часа на 3 в холодильник. После этого салат готов. Его можно кушать. Салат интересный, необычный. Моим домашним понравился. Всем приятного аппетита. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Всем до новых встреч.